Самая короткая дорога от улицы Пушкина к университету знакома тысячам студентов. Сейчас по ней идет новое поколение, и первое, что их встречает, памятник Михаилу Тихоновичу Нужину. Но кто такой Нужин, знают не все. В истории Казанского университета Михаил Тихонович Нужин – личность уникальная. Сначала студент, аспирант, а потом и преподаватель, декан и 25 лет – ректор университета. 21 октября, в день рождения Михаила Нужина, руководство университета, преподаватели и друзья ученого возложили цветы к его памятнику. В этот день об известном ректоре, учителе, наставнике говорили много добрых слов. Память о Нужине провели целый ряд мероприятий. Студенты из Казани, из Москвы писали в научной библиотеке Лобачевского олимпиаду по сопротивлению материалов. Сегодня мы ездили на могилу к Михаилу Тихоновичу Нужину, на Нарское кладбище. На олимпиаду в день памяти профессора Нужина по сопротивлению материалов приехали студенты из Москвы, Перми и Санкт-Петербурга. Более 4 часов студенты из разных вузов решали задачи и скрупулезно вписывали свои решения. В олимпиаде по сопромату я участвовал в первый раз, и в принципе было несложно, но я не знаю, насколько правильно я сделал свои задания. Хотя результат олимпиады пока еще неизвестно, студенты знают одно. Благодаря огромному вкладу Михаила Нужина существует и развивается современный альма-матер. Именно при ректоре Михаиле Нужине были построены корпуса, в которых учатся студенты и по сей день. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Ленардо Влетяров, Универньюз.